Японский беспилотный космический корабль «Канотари-5» доставил на Международную космическую станцию очередную грузовую посылку с Земли. В ней вода, еда и научное оборудование. На этих кадрах видно, как робот-манипулятор захватывает грузовой корабль на орбитальную станцию. Процессом руководит японский астронавт Кимия Юи, один из 5 борт-инженеров текущего экипажа МКС. «Канотари» в переводе с японского «белый аист». Космический аппарат прибыл на станцию на 20 минут раньше запланированного времени. Дорога до МКС заняла 5 дней. Корабль стартовал с поверхности Земли 19 августа. Часть грузов, которые привез «Канотари», пытались доставить на МКС уже 3 раза. Сначала в октябре 2014-го на американском грузовике «Сигнус». Однако ракета-носитель «Антарес» взорвалась во время старта. Вторая попытка была предпринята в мае этого года. К МКС отправился грузовой космический корабль «Прогресс М-27М». Однако на заданную орбиту аппарат не вышел и впоследствии упал в районе Тихоокеанского побережья Северной Америки. Третий раз грузы пытался доставить уже американский корабль «Дрэгон» с космодрома во Флориде. Однако и эта попытка оказалась неудачной. Аппарат взорвался сразу после старта. Габариты японского корабля около 10 метров в длину и 4 метра в диаметре. Корабль способен перевозить крупногабаритные грузы до 5,5 тонн. Это одноразовое судно. Далее «Канотари» заберет с МКС мусор и на обратном пути сгорит в плотных слоях атмосферы. On its way.